Беспредел снежный и не для нежных. Больше 100 внедорожников ревут, как стадо бизонов. Старт через 5 минут. На машине объехать все точки и с каждой точки сфотографироваться вот рукой за машину, рукой на точку. Чем больше точек возьмем, тем больше у нас шансов на победу. Мороз, не боитесь? Нет, а чего бояться? Мы тепло одеты, бегать будем быстро. Так что не замерзнем. На улице минус 23, но этим людям мороз не помеха. Они уезжают в снежную степь, чтобы творить настоящий снежный беспредел и доказать всем и самим себе прежде всего, что они могут все. Снежная равнина не всем покоряется с первого раза. Машины с ревом взрываются в сугробы. У всех на устах только одно слово – беспредел. Она повисла на пузе. На днище повисла и не можем ехать. И как уже? Как? Дерганием. Будем весны ждать, пока не растает. Весны ждать не пришлось. Помогли активные зрители. На военном полигоне в поселке Рощинский больше 5000 гостей и участников. Снежный беспредел клуб ЦСКА «Самара» устраивает вместе со 2-й гвардейской армией. Военные следят за безопасностью на полигоне, проводят для зрителей показательные выступления, разрешают пострелять. Все с удовольствием находятся на этом мероприятии, потому что она объединяет и армию, и гражданское население. Погодные условия, они только обостряют чувство здорового адреналина в молодом организме. Ну и нам как на будущее интересно посмотреть, молодежь, что принимает участие в соревнованиях. На другом конце полигона работает выставка современного оружия, которое можно трогать руками, и полевая кухня с традиционной гречневой кашей и согревающим сладким чаем. Рядом соревнуются любители экстрима на квадроциклах. Завершают состязания гонки на собачьих упряжках. Дружелюбные хаски с удовольствием позируют и дают себя погладить. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, «События».